Я не мог пройти мимо этой песни. Вот она мне навеяла, и у меня появился такой вариант. Музыка Светланы Токтаровой, а текст такой «Ее пополам со мной». Нет, «Мой пополам с ней». Вот так вот. Тоже без названия. Когда в 60 начинает расти живот, думаешь, это от одиночества. Однако до сих пор зубов полон рот. А что любви все возрасты лишь слова? Кошатников много, и я один из них. Хотя в подъездах кошек я тоже не кормлю. И мне бы выспаться и написать стих. И встретить бы ту, которой скажу люблю. Стихи не пишу я длинно, жизнь коротка. В этом пространстве длины и широты коснется меня невзначай ее рука. А это значит, мы перешли на ты. А как удержать ее рядом? Вот вопрос. Ведь разница аж в четверть века, прям беда. Вдруг чувствую на лице прядь ее волос. И мне не важна эта разница в годах. Чувствую на плече прядь ее волос. И мне не важна уже разница в годах. Музыка Светлана Токтарова. Слова набиты ее и народные. Сейчас я вас напрягу немножко. Значит, есть такая замечательная поэт, автор-исполнитель, блестящая певица, «Золотое перо России» Елена Кабардина. Вот я у нее нашел стихотворение, оно такое, знаете, настроенческое стихотворение, воспоминание, настроенческое. А я его сделал сюжетным и взял в качестве мелодии знаменитую «Цыганочку», на которую вот Высоцкий пел «Сон мне желтые огни», знаете, да? Очень красивая мелодия. И вот, значит, называется «Воспоминания под цыганочку». Что мне вздумалось опять в сундуках да ящиках вещи деда разбирать, а слезы катить по щекам. Мне бы с барышней пройти в день дождливый, ветреный, ей на плечи бы палантин, да беретик ветровый. Эх, раз, да еще раз, еще много, 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 много раз, да еще раз. Мне бы с барышней пройти старый бабкин палантин на девичьих на плечах. Вижу отблеск тех годин в ясных девичьих очах.
только до зари. Поверчу сто раз в руке тот, что девой подарил своей милой Илюшке. Эх, раз и еще раз, еще много раз, да еще раз. Поверчу сто раз в руке. Комиссар орал, хлестал, губы в кровь порвал ушко, одет беззубым ртом мычал, захлебнувшись кровушкой. Строчки бабушки моей, и ведь еватым почерком дева ангела белей плакала над строчками. Думается, как стишки эти строчки крестики, а мне неровные шажки слышатся на лесенке. Эх, раз, еще много, 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 много раз, да еще раз слышатся на лесенке. Спрячу старый палантин, и брожу я, как во сне, что же я хотел найти уже и не вспомнить мне. Будут призраки шептать, врата несусветные, буду снова вспоминать те камни самоцветные. Раз, еще раз, еще много, 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 много раз, да еще раз, камни самоцветные. Чтоб не вздумалось опять сундука до ящика вещи деда разбирать, а слезы катят по щекам. Вот это очень хороший перевод. Когда человек, знаете, такой, ну, поет не очень так, вообще, вот, когда в него кинут помидор, он еще хуже споет. А люди пришли, уже деньги заплатили. А когда кто-нибудь крикит «Браво!», он такой «Взбудите деньги!». «Браво!» «О, молодец какая!» Маринка, Марина человек. Марина человек. Маринка лучшая. Так, значит... Вот, товарищ, вы как вот Марину-то Леви. Это же Марина Леви. Ну. Леви! Леви, то есть виноват. Виноват. Значит, сейчас будет такой романс предупреждения. Кто вот елозит по сайтам знакомств, в интернете, там мамбы всякие там и прочее, имейте в виду, надо быть осторожным. Пока голос не услышали, а лучше встретиться. Вот пока голос не услышали, там хрен узнает, кто может быть. Вот, там молодой человек, 40 лет, там такой-сякой, там магнат, все, когда начинает по телефону говорить: «Уважаемая госпожа Надежда, хочу жениться на вас, пока я еще живой». Вот. Ну и так, романс. Любовь по интернету. Какая-то Настя, забыл же ее простоты, где написано. А, знаменитый ля минор, ее просто. Он каждый день блуждал по разным чатам, боготворя терпение свое, мечтал о доме, детях и внучатах, и вот на мамбе встретил он ее. Она боролась, как могла, с рутиной, мечтая о любви за разом раз, хоть редко залезала в паутину по выходным и только лишь на час. Но их тела вдруг напряглись у брука, и земля
земляничный аромат полян. Им брызнул в мозг, и поняли друг с другом, им вместе быть начался их роман. Она писала, что душа остыла, и только он поможет ей ожить. Он отвечал таким же нежным мылом, она читала, ей хотелось жить. Он словно лев, вожак большого прайда, настойчив, нежен был, порой жесток. И даже независимый провайдер просил их лично сократить поток. Он обещал купать ее бриллиантах и сам качать их дочке колыбель. Она ему, что больно на пуантах, опять большом ей танцевать Жизель. Он доверял ей все на честном слове, что никому доверить не посмел. Вот, например, сегодня в Кремль к Вове, а борт с костюмом все еще не сел. Она клялась, что слезы льет в подушку, он что любовь в трех буквах дабл Б. Вряд ли ж бы питерской старушкой, она рязанским взводом БДВ. Вряд ли ж бы он питерской старушкой, она рязанским взводом БДВ. Как скажете, время говорит. Но я хочу еще коротенький стишок. Вот я не хочу. Ай, ну ладно, еще. Они хочут, а еще. Вот. Ну давайте я тогда уж лучше стишок. Я не хочу это самое занимать ваше. И потом это. Ну вот он же главный, он самый главный тут. Это мне Светлана специально спела две, чтобы я спел четыре. А он думает, что... Ну, неважно. Я лучше стишок прочитаю. У меня случилось несчастье много-много лет назад. Я родился 8 марта, понимаете? По этому поводу у меня такой стишок есть. Ну, это вообще песня. Ну, я прочту как стишок, потому что песня звучит 3 минуты, а стишок за одну можно одолеть. Вот весна шагнула на планету. Очень не люблю я пору эту. Первые особенно недели лучше началась она с апреля. Пусть бы был короче первый квартал, только б не было 8 марта. Каждый год я в этот день, дурище, становлюсь совсем больным и нищим. Ладно бы жена одна была бы, но ее все родственники, бабы. И детей, конечно, до хрена, но ни одного нет пацана. Даже и собака в доме сука. Угодить всем непростая штука. Теще надо жидкость от мозолей, а жене да хуй выхухолей. Дочерям юбчонки, теткам шали, хватит зелени на все едва ли. Да еще Шанель соседки Светки. Вот зараза, это Клара Цеткин. Все.